вы развивались наряду с другими балканскими народами. Развились как и другие балканские народы. У вас были разные этапы истории. И имели сте различные стоп-этапы, да, в вашей повести. Ну, в конце концов, вы подошли к своей независимости. Или, на краю, вы дошли до своей независимости. И я с интересом читал о биографии господина Франя Туджмана, поскольку он развивался как военный, а потом уже как политик очень давно. Читал сам биографию президента Туджмана и знал, да, он развил первый ковбойник, иногда ковбойничек. И, конечно, в первую очередь Хорватия. И он оставил велик значение трак в повести и целой регии и хорватских народов. И господин Туджман был первым президентом уже независимой республики Хорватии, уже очень о многом говорит. Значит, хорватское население при выборах выразило ему признательность за то, что он делал для страны, и он останется в истории вашей страны.